Жила-была женщина, вся из лунного света. Она бродила по лесам, что-то искала все время, охотилась. Он все время повторял: ты совершенство, ты принята. О, мой пастырь, я нуждалась в близости с тобой, какой у меня не было раньше. Какие красивые, как у твоей матери. Молю, приди ко мне и наполни меня собой. Помолимся. Жены мои, все вы пришли ко мне сломленными этим жестоким миром. Я принял вас и пожертвовал ради вас своей жизнью. Я подарил вам дочерей, сестер и саму жизнь. Думайте о благодати. Да, пастырь. Думаешь, если твое время еще не пришло, значит, ты особенная? Готовься, дитя. Скоро наш великий пастырь будет не так добр к тебе. Поговорим, когда тебе откроется истина. As I went down in the valley to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Сала, что произошло? Я не могу об этом говорить. Ты нужна мне, Сала. Из всей моей паствы ты чище всех в своей вере. Приди ко мне. Прошу тебя, приди ко мне. Вызови благодать, вызови меня, пастырь. Смотрите в кино.